Ветер хороший. Ветер такой, как идеальный. Иду можно еще немножко пошалить. А давайте я туда сяду. Там. А вы там пойдете? Или здесь сядете? Здесь? Хорошо, сейчас сяду. Я уже сейчас закончил, я уже сел. Чувствую, где происходит неустойчивость, я компенсирую хорошо. Ну конечно, что пролетел туда обратно по прямой. Ты ж летишь, а он у тебя за спиной ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. А у меня только ветер. Закрыт от света, вот на землю сядь. Сядь, я говорю, вот пониже. Вот выбери самую низкую точку, сядь. Да, пошли, мне еще упаковать что-то нужно. Но это еще минут 5-6 тоже, как минимум. Сейчас давай поедем.